Влада Рогова. И номер... ...34 у Романа Зименца. В составе Айовы. Седьмой номер у Данила Кратенко. И номер 44 у Александра Ларина. Кратенко бросает треху, попадает Даниил. Здесь хорошо перехватывают мяч и добавляет 2 очка в кольцо. Это четвертый номер. Бизон. Кратенко дирижирует нападение Майовы. Средняя дистанция, атака довольно сложная, удается Андрею Горчакову. Тенко на перехвате, хорош, Данил сам тащит, отличная пауза и 2 очка в кольце. Кратенко, наверное, сегодня ключевой фактор будет. Сыграться Данилу, то здесь все будет печально. Отличная быстрая атака от Айовы и... Давный проход, ух ты! Четвертый номер, Влад Рогов сейчас очень тяжелый проход забивает. 7-11, сейчас впереди Волки. Кратенко получает заслон, хороший пас, Горчаков забивает. Еще плюс 2. Вновь высоко Бизоны встречают соперника, но Кратенко здесь из-под прессинга легко выбирается. И треху сведения отгружает Данил. Зименц, первый штрафной в цель. От партнеров. Сложнейший бросок сейчас забивает. Александр Ларин. Зименц, первый штрафной в цель. Получает вновь заслон. Отлично разворачивается Данил со средней. И еще одну попадает Кратенко. Кратенко пока в огне. Расставляет партнеров по команде. Хорошая передача. Заброс под кольцо получается и... Благодарить попадает. Потеря. Кратенко. Отличная передача от пола. Освободать. Еще завершает атаку Айовы быстро. Очень здорово сейчас. Горчаков сейчас промахнулся, но второй подбор нападения удается Айове забрать. Кратенко со средней. Данил не прощает сегодня. Бизонов. Это Максим. Оба Максима. Старший и младший. Старший под номером 41. Кратенко. Хороший заброс. И здесь Горчаков без особых проблем. Забивает еще 2 очка. Уже 8. Хороший проход сейчас удается 6-му номеру Бизонов. Совал. Горчаков со средней. И здесь попадает. Горчаков разбросался. Треха вновь не попал. Роман. Кратенко. Останавливается со средней. И вновь попадает Данил. Кто остановит этого парня? Белый 47. Панкращенко первый в цель. Простите. Второй также в цель отправляет. 2 из 2. 13-21 у Айовы. Не испытывает команда Волков пока никаких проблем. И еще один мяч здесь. Сабодаж столкнулся с соперником. Отскочил и уверен. Сабодаж. Отличная пауза. И еще 2 очка для Айовы. 38 на... Второй уверенно попадает. Зименц пытался там контакт найти. И Панкращенко старший после подбора в нападении набирает 2 очка. Процент, конечно, не очень. Какая передача вновь от Кратенко. И здесь Горчаков полукрюком.
забивает очень уверенно. Кратенко разыгрывает здесь Айова. Отличную комбинацию. Кратенко на острие. Еще одну треху. Данил попадает. Горчаков под кольцом в гордом одиночестве. Плюс 2 для Айовы. Зименс, Максим, хороший проход, забивает он 2 очка. Первый штрафной в цель. Ну, пока не ответил. Отличная быстрая атака от Бизонов. Кратенко бросает треху, еще одну попадает Данил. Забросал просто. На его счету 3 передачи ему остается до трипл-дабла. Панкраченко забивает свой бросок. В центр, здесь со средней дистанции атака не точная, но Горчаков выручает, там забирает подбор нападения, еще 2 очка добавляет. И еще одна результативная атака. Кстати, антропометрию 43-го номера Бизонов. Очень длинные руки, высокий рост и еще 2 очка от Бизонов. Это Роман Кратенко. Данил бросает треху. И это заваливается. Не мажет сегодня Кратенко. Кратенко. Хорошо соперника здесь воздух поднял. Со средней. Еще одну попадает Данил. Ватка от Кратенко на дугу. Здесь нет попаданий. Но Горчаков на подборе. Андрей в гордом одиночестве. И еще забивает. 59. Состав, конечно, у Бизонов далеко не оптимальный, но играют теми игроками, которые приехали. В центре найти этой передачи. Не прошел короткий пас. И забивает Панкраченко-младший еще 2 очка. Кратенко. Отличный пас. И со средней дистанции Дмитрий Тутуров забивает. Сергей Борзых атаковал. Бадаш отлично развернулся. Пас на Тутурова. И тот еще плюс 2 набирает. Отлично разбирает. Укрюк от Данила. Не точно. Редкий случай в сегодняшней игре. Кратенко промахнулся с игры. Передача на Кратенко. Кратенко со средней. И этот мяч заваливается. Кратенко сегодня не остановим просто. Пас на дугу, Сабадаш. Неточная атака, но ведет здесь еще и игрокам Айовы. Кратенко. Отличный пас на Горчакова. Это 9-й ассист для Кратенко. Сабадаш хорош на перехвате. 2 в 2 атака. Отличная пауза от Сабадаша. И от щита Дмитрий попадает. Скидка на Сабадаша. Тот дальше на Горчакова. Кратенко 1 на трехе. И в цель. 34. Кратенко вновь на трехе 1. Бросать не стал. Со средней. Еще попадает 2. Данил. Панкраченко, Максим, младший который, забирает подбор и забивает 2 очка. 76 он Бизоны. И попадает наконец-то эту треху. Давно он ее ждал. Не хватило траектории полета этому мячу. Горчаков там подбор забирает и... Еще плюс 2. Горчаков сегодня уже тоже добыл 22 очка и 13 подборов. Прошу прощения, 20 подборов. Передача на Зименса. Максим в проходе. Хорош. Забивает 2 очка.
И вот сейчас наконец-то получится у бизонов быстрая атака. Забивает Зиминс в отрыве. О, конечно, не помогает это бизонам. Очень крупно сегодня уступают. Кратенко шикарный финт. Обыграл он на кроссовере. Кратенко-то? Я скажу. 38. Ну не его это занятие, ему под щитом надо действовать. Зимен. Легкие два очка выбивает. Раннее нападение получится ли у бизонов? Хорошая пауза. Не забивает Зимин с первой попытки, со второй все-таки запихивает этот мяч в кольцо. 50. Перевод в угол. Тутуров, забей же. Забивает наконец-то Тутуров. И это трипл. Панкраченко старший забивает 2 очка. Записали там Кратенко ассист, да? Да, Ларин бросал, сейчас промахнулся. Атака бизонов. Панкраченко. Хороший лайап забивает Максим младший.